написать второй комментарий. Две попытки были неудачные, шум какой-то непонятный, звуки. Если на этот раз будет посторонние шумы, то придется оставить без второго комментария. Это 456 серия. Владивосток, Крым. Движение на запад. Называть место ночевки перевала не буду, потому что просили в комментариях не называть место ночевки перевала, так как это, ну, как бы мешает, что ли, ощущению первой проездки, что ли, или, ну, в общем, я называть не буду. Сразу скажу, в этой серии будет интересный разговор с одним из водителей на трассе. Начало этого разговора я начну на стоянке АЗС. У меня бак с правой
стороны несколько машин стоит с противоположной, с правой стороны, потому что у них бак с левой стороны. В общем, все без проблем. Так, сейчас подъедет белый внедорожник. С водителем которого у меня будет короткий разговор на трассе. Но это место я отдельно прокомментирую, когда будет остановка. Это минут, наверное, через 10, наверное, 12. Вот подъезжает этот белый внедорожник. Я выхожу, значит, даю чаевые заправщику. Это обычная, стандартная ситуация. Сажусь в автомобиль. И чем-то вызываю неудовольствие от у водителя этого белого внедорожника. Начинаю что-то махать руками, сигналить. Я хочу объехать его с правой стороны. Но вот он перекрывает мне выезд с правой стороны. А там хотел заехать к мусорному ящику. Очистить автомобиль. Он что-то машет руками. Ну, что он хотел, я расскажу об этом на трассе. Минут через, сколько там, 10-12 он догонит, посигналит, попросит остановиться. Он сразу перемещаюсь к этому участку.
значит, себе. Да, значит, не поехала себе. Thank you.
вас на трассу Р-504. Ребята. Значит, просит остановиться. Я остановился. Что он хотел? Первым делом он сказал, что куда-то опаздывает. Вот. И я должен был ему уступить место на заправке, сдав задним ходом. Я ответил, с какого перепугу должен был сдавать задним ходом и крутиться по заправки. На что он мне ответил: ты что, не знаешь, кто я такой, что ли? Ну, вообще от этой фразы я просто был в шоке. Но я на самом деле не знал, кто это. Но спросил у него: кто ты, объясни. Он как-то загрустил после этого, что-то бормоча под нос о том, что у него какие-то там связи, возможности, что он... Ну, я не слушал этот бред. Вот, просто вижу, что человек переполненный чувством самодостоинства, самоуважения, самозначимости,
Зачем останавливался, я не знаю. Так вот, кто он? Может, он депутат, может, он большой местный начальник, я не знаю. Может быть, президент страны переодетый, или губернатор, или предводитель какого-нибудь там, я не знаю, общества людоедов, остров Мумбу-Юмбу, не знаю. Вот, ну, честно говоря, после общения с такими людьми мерзкое чувство, как будто прикоснулся к какой-то погони. Если кто знает, отпишитесь, что это за важная птица, что это за человек. И если увидите его на дороге, то по примеру фильма «Кин-дза-дза» остановитесь, выйдите из машины, хлопните себя несколько раз по щекам, присядьте и скажите «кул». Вот так вот. Дурак. Ремешок накину. Да, ремешок накину. И поеду так.
светят от куртки блики на стекле. Да я снимешь, блин. Thank you.
давит на психику, когда хвост скопился, а быстрее ехать. Опять что ли? Поезд идет. Thank you.
этот грузовой состав. Конца не края.